Всем привет, друзья! С вами я, Настя Гданова. Сегодня Люся Чеботина получит 12 платиновых пластинок за альбом The End. Кстати, именно в этот альбом входит песня «Солнце Монако». «Солнце Монако», мы официально тебе это вручаем. Я очень рад, что до конца года их успели привезти, потому что их делали за границей, в России ни ухода их нет. И не было никакого из артистов. Поэтому спасибо тебе, что приехал в нас. Спасибо тебе за то, что ты сделала для Лейла Рокпам. Мы это очень ценим. Люся, расскажи, как долго ты работала над песней «Солнце Монако»? Я написала его на отдыхе с Юрой, когда мы были, и я ему хотела его показать, но он сказал, что он занят чуть позже. И в итоге я чуть замоталась, забыла ему это показать, приехала на студию, и уже трек обрел новое звучание, потому что поменялась, в принципе, изначальная идея и концепция. И потом, собственно, когда мы уже его выпустили, я до последнего не думала, что его будет ждать такой успех. Ну, вы видите, какие работы? Я думала, что мы этим разговаривать по работе, и я даже вот в Убах, чтобы вы видели, это уже подстава за этот месяц вторая. У меня была похожая ситуация на мероприятии у Гусариева. Я пришла в спортивном костюме, когда мне сказали, что там все будут так же примерно одеты, а все были в вечерних платьях. И сегодня я чувствую себя примерно так же, но в отличие от того вечера, этот завершается очень прекрасно. Это наша общая заслуга. Я знаю то, что вышел ремикс с несколькими молодыми артистами. Расскажи об этом подробнее. Да, это благовает и мое открытие новую версию Монако ремикс. Mm-hmm. А инициатором этого трека стал Благо. Мне очень понравилась идея, и я решила, что почему бы и нет. Mm-hmm. А как долго работали уже над... Это произошло очень легко, потому что мы встретились просто на студии. Ребята записали свои куплеты. Mm-hmm. Мой припев, естественно, я переписала за 2 минуты, потому что там поменялось только 2 строчки. Mm-hmm. И, собственно, все это мы переиграли в очень такую интересную историю. Вот. Что было, то было. Потому что летом вот этот трек я тоже слышала из тачек. Зачем мне солнце, Монако? Для чего, скажи мне, луна Сан-Тропе? Я пока что в шоке. Не обращайте внимания, я просто пока что в шоке, поэтому мои эмоции, они очень сдержаны, потому что я не верю вообще, что происходит со мной. Какие профессиональные рекомендации ты можешь дать новичкам, кто только начинает развиваться в музыкальной сфере? Я по желанию обращать никакого внимания и делать то, что нравится, и никого не слушать. И пусть все говорят, что у вас там что-то не так, вы лучше знаете для себя, что вам нужно. Нет никогда четкого убеждения и уверенности в том, что что-то станет хитом. Когда, потому что мы прослушали альбом The End, кто выбрал какую песню, что станет хитом? Мы вообще ставили на Амур, да. Я ставила на Амур, и другие ребята из команды ставили на Амур. И о «Солнце Монако» даже никто не думал, но как-то, вот видите, люди сами выбрали свой хит. Мой самый любимый пластинок. Почему? Мне очень нравится сам посыл в этой песни, потому что очень многие его считывают абсолютно буквально, а там, на самом деле, совершенно другой подтекст. Какой? Про реинкарнацию, про то, что любовь приходит с каждой жизнью новую, и те люди, которых мы встречаем в этой жизни, они абсолютно случайны, и о том, что в этой жизни, если не сложилось, то в следующем году. Думаю, да. Как ты думаешь, кем? Вот тут я не отвечу на этот вопрос, но я уверен, что уже были и в прошлой жизни мы как-то с тобой связаны. Я верю в реинкарнацию вообще. Типа как Дмитрий? Ну вот тут может быть много разных вариантов. Мне кажется, что да. Считаешь ли ты себя счастливой? Конечно, считаю себя счастливой. Меня окружают лучшие люди, лучшая команда, лучшие друзья, лучшие близкие. Мне кажется, счастье в этом. Я бы себе вручила в этом году награду за то, что я стала более спокойная и мудрая. Не знаю, мне кажется, мои близкие это заметили, потому что я очень эмоциональный человек, но в этом году был ряд событий, которые меня, честно сказать, в каком-то векторе поменяли мое мышление, и я стала как-то спокойнее реагировать на многие ситуации, на которые года 2 назад я бы реагировала совершенно по-другому. Дорогие 18 и старше, я вас поздравляю с Новым годом, пусть все получится, мечтайте, мечтам свойственно исполняться, вот этому пример стоит рядом со мной, рамочка. И пусть, конечно же, у вас все будет хорошо, будьте здоровы. Это была программа «До 17 и старше». С вами была я, Настя Годунова. Увидимся в следующих выпусках.